Йоу, гайз, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands. В прошлой серии мы, короче, закончили с вами... мы с вами пошли в Old Haven, Старый Хейвен. И у нас, короче, новое здание появилось в... Вот это, логовище или где оно там. Так, мусорщик, пулемет. Куда это мне нужно идти? А, ну-ка. Assault Flast. В одно и то же место, это хорошо. Так, у меня открытое место это. Assault Flast, Assault Flast. А, нет. Так, ладно, ближайшее место. Как мне туда попасть? Так, с машиной вот так проехать, в принципе. Ладно, где машина, где машина? Оп. Машины. Так, создай, да, поехали. Покатили, покатили. Так. Ровненько, окей, едем. Плевать на этих жуков, муравьев, сраных. Мы просто идем прямо. Так, ну-ка, о. Ой-ой-ой. О, что-то выпало хорошее, походу. Легендарное? А, деньги. Ну, денег у меня уже предостаточно. Один лям. 500к. Поэтому, короче, сейчас я доеду до того места, куда нас отправляют. И скорее всего я там... Ой, так, а мы там походу не были, да? На меня, но был уволен за некомпетентность. Или были? Уходя, он украл у меня... Ну поехали. Self-fest. Не, я помню, железяка... Кажется, мы там были. Не уверен, что мы там были. Ну, место какое-то другое. Да, мы тут еще не были. Так. Мне сюда, значит, я туда все равно поеду. И... Так. Ладно. Пускай идет игруха. Я, короче, просто одну вещь забыл. Как обычно, запустить таймер. Да? Старт. Все, поехали. Так. А вопрос, куда мне ехать, потому что я... На... Ладно, вижу, где взять миссию, окей. Раз... Так, сюда можно же приехать? Нет, там такой унитаз. Ну, ради унитаза не полезло никуда. Так. Я не хочу порку, я ничего не хочу, я просто еду прямо. Палите, стреляйте, мне все равно. Так. Здесь мне нужно повернуть на... Налево? Отлично. Я Нет. давно тебя жду. Ладно. Мои люди нетерпеливы, но я буду наслаждаться каждой секундой. Так, отряды бандитов не тошно. Кровь до последней капли. Проникнуть в Тор, то есть проникнуть туда внутрь. Твой труп не превратится в пищу для раков. Так. Подходи. Но я тут. Ты будешь выпускать своих этих даунов? А. Не, скорострельность хорошая, знаете, с одной стороны. Давай, Брик, переворачивай нашу машину, поехали дальше. Не, урон теперь хороший, хорошая машина. Я не спорю вообще. Ноль спора. Почти 400 урона. Или 100. Там даже, по-моему, 400. Или нет. Хуй его знает.
Так, еще две машины. Две машины нам не беда. Барон, короче, Флинт убит. Так, ТП. Ну. Откуда они выезжают, хотя мне интересно. Чтобы я именно в той точке ездил и искал их. А, мне просто самому надо ездить, искать их. Так. И последний. Парень, ты где? Мне нужен еще один. Давай, еще одного убивай, и меня впускают внутрь. Даже если захочу. О! И как раз и миссию выполнил какую-то. Вижу, ты идешь прямо ко мне в руки. Да-да, давай, открывай ворота. Можно отказать тому, кто так сильно... Ну и сначала подожди. А, это мне на ту сторону, что ли, ехать? Серьезно. Ну ладно, поехали на ту сторону. Жаждет смерти. Входи в моё ФК. ФК, ФК, ФК. Куда входить? О, все. ФК. Это ж оно, да, вход? Тут? Да, походу тут. Ну, такое, ладно, давайте ультовать. Так, тихо, тихо, тихо. Я люблю убивать. Убивать. Всех убивать. Так. Подбираем. Моя ульта это самое теперь такое жесткое, что может быть в игре. 2К! У-у-у! 2К! У-у-у! Блядь. Револьерос. Ладно, револьеров лучше пока использую. О, железяк здоров. А что я могу еще улучшить? Серьезно? Далеко ехать? Нет, здесь в городе, окей, пошли сразу за твоими инструментами. Надеюсь, они тут не наверху, как тогда были на этом. Так, стоп. Так, это здесь пробежать надо. О, я вижу запчасть своего этого. Оп. А не, это набор был уже. Сразу. Так. Так, напор. Ай, ладно. Размажьте, давай, да-да, их. О, электрическая пушка, все? Похоже на все. Так, электро. Блин, я как-то стихийные вообще пушки почти не использовал. Ну, не считая, короче, базуки, которая пишет, конечно, что урон 500 с хуем. А на самом деле, сколько там был урон? Вообще не было урона, правильно. Просто начался огонек и все. И считай, что минус ушел весь мой этот процесс. Так, стоять. Нужно, короче, я сейчас... Вон, еще вижу деталь. Так, корпус дробовика. Тут, походу, в этом месте все, да? Или нет? Ну да, здесь должны быть все детали. Так, здесь я мог продать шмотки. По шмоткам у меня еще есть место. Ладно, пускай будет. Ладно, железяк, иди ко мне, я тебе сразу отдам. Так, модуль расширения, да? О, еще можно расширить, хорошо.
Я думал, 30 это максималка, потому что типа раньше давали по 4, а тут бац, так мало дали. Ладно, плевать. Малого в лицо. Так, ладно. В принципе, теперь я могу просто юзать ульту по КД в опасные моменты. Так, вот там мне нужно пойти. Ну, блин. Моя миссия здесь, где-то здесь все лежит. Стоп, это с бандитами. Мне не бандиты сейчас нужны. Пулемет. Мне нужны запчасти для пулемета. Магазин для пулемета. Где-то там, что ли, наверху находится? Если так, то мне нужно как-то туда забраться. Так, так. Ой, точно, может здесь что-то лежит? Нет. Что, серьезно, здесь ничего нету? О, вижу, вижу, вижу деталь. Оп. Так. И последняя запчасть. Магазин для дробаша. Пулемета, то есть я имел в виду. Ладно, так, походу на той стороне будет. Или не на той. Бля. Ну где он может быть? Да-да, застрянь еще. Брик. Вот самое херовое это искать. Искать эти вещи. Запчасти, я не знаю, бля. Так, деньги, $151. Долларов. Ну, это я уже иду на обход, но, в принципе, можно пробежаться, посмотреть. Ладно. Опа. Откуда? Откуда я тебя убью? А, ты голову показал? Мразь. Кля. Попал. Так, грины. Модификация к... Дерьмом. Так, базука. Место есть. Еще на 8 хватит. Окей. Сейчас отсюда выйдет. Да? Нет? Окей. Ну, запчасть мне придется найти все равно. Ну, это наверх тому челику, но мне нужно на низу все найти. Дерьмо на продажу. Которое вообще не полезное. Никаким способом. Да, походу деталь на той стороне. Не, в принципе, знаете, игрушка на серии где-то было бы 10, это максимум. Мне кажется, если играть, ну, чисто сюжетной миссии. Я просто помню, раньше очень давно тоже пытался пройти данную игруху. Но я не шел именно по вот этим дополнительным миссиям, все такое, просто чисто по сюжетке. В конце концов, я был 13 уровня. И помните, мы первые заходили в место там, где с психом каким-то. И там был вот качок такой. И скажу так, я не смог пройти. Потому что этот псих меня убивал просто с одного выстрела. И все, а мне не хватало урона. Ну, поэтому я вот играю сейчас так, выполняя все сюжетные миссии. Ну, и сюжетные, включая миссии дополнительные. Плюс, даже если мы бы не играли дополнительные миссии, тогда бы мы не встречали некоторых боссов, все такое. Так. Хорошо, я что-то нашел хорошенькое. И я трачу дохуя времени. Поэтому... Я нашел? Нет, не нашел. Я тут подумал, давайте, короче, приостановлю запись. Может быть. Сейчас, ладно, последний раз забегаю обратно, если ничего не найду по пути.
Значит, приостановлю запись и попытаюсь поискать сам. По сути, где-то здесь должно быть вблизости. Рукоятка. Подожди, магазин я нашел, значит. Магазин, значит. Вот здесь вот, конечно, я еще не был. Скорее всего, где-то здесь. Нет. Ладно. Останавливаю тогда. О, железяк мне открыл стоящего-то. Подберу сначала то, что железяк мне открыл. Я забываю то, что они открывают вообще что-то, чтобы я мог там что-то взять. Спасибо, железяк. Так, ну херня, говорю, сразу, но... Железяк, не обижайся, да? Мне уходить сложно именно по предметам сейчас. Да, короче, я остановлю и поищу. Знаете, я, короче, нашел, где она. Вон, лежит, вот-вот. Я, короче, думаю, залезу сюда, посмотрю сюда. Заметил волосатые яйки. Потом такой оглядываюсь и вижу там мой приборчик. Рукоятка это. Так, запрыгни. Оп. Ты готова. Теперь мне просто нужно вернуться будет там. В доске объявления. Но, мы должны убить сначала Даунича этого. Так, чтобы попасть к Дауничу, мне нужно заехать. Вот это, мне кажется, будет, ребят, самая... Ну, как, не самая короткая серия, а именно короткая серия после вот этих 40-минутных видосиков. Фух. Ну что, поехали. Нет. Нет. Нужно было пойти и это, продать шмотки. Никто не сможет пожаловаться на гостеприимство великого барона. Давай, опускайся, мне нужно вниз теперь. Не, сначала вниз. Там сейчас будут сундуки. Уйти. А мне нужно вниз. Окей, мне сиди. А. Барон Флинт, да, я тебя вижу. Ты же не начнешь меня атаковать? Ты поймешь, я отсюда найду выход, да, любой ценой. Ебать. А вот мой выход. Серьезно? Пожалуйста, вниз, вниз. Ля... Ля... 106! Уебуй! Ебуть! Уебанутый! Сто шесть ка, блядь. Это очень дорого. Ну, не в том смысле, что дорого, блядь. Много, блядь. Ну, хоть коритуду в голову, и то радует. Ебать. Ребят, вы для меня мусор, понимаете? Чистый мусор. Вот что, ну и орешь ты. Все, что вы можете мне предоставить, понимаете? Так, а вот это вот уже херово. А тут этих ребят мне нужно, во-первых, убежать куда-то. И очень далеко. Лучше бы. Но один из них за мной добегает. Ну тогда того, как я получу ульту.
Так, один. Вон он, вон. Зайчонок этот. Сначала я убью, короче, дальника. Да, чел. Вот твоего товарища, Франца. А теперь тебя. Все. Все, вот и все. А, у меня места нету, видите? О, бля, мне придется сюда потом приезжать. Чел, я все равно к тебе сейчас поднимусь, разберем. Я ультану на тебя, не волнуйся. А, это ты, блин. Бам! Я ни о чем не пожалею, вот поверь. Вот ты пожалеешь, да, то, что со мной связался. На, сюда я еще вернусь. Ну вот и все, видишь? Конец, конец. Осталось мне теперь открыть ящик, взять денежки, которые там лежат. Слушайте меня внимательно, наемник. Нихуя. Четвертого серьезно? Фрагмента ключа не существует. Танис перешла на нашу сторону, и у нас есть весь ключ. Она использовала вот вас, сука, чтобы добиться своей цели. Вы игнорировали мои приказы, но у меня есть к вам предложение. Вы немедленно покинете планету. А мы не станем вас преследовать. Окажите себе услугу. Воспользуйтесь моим великодушием, пока еще есть такая возможность. Ауэ Копье ждет неприятный сюрприз и серьезный урок. О нет. Нет, нет, нет. Этого не должно было случиться. Подождите. Говорит командир Стил. Алое копье корпорации Атлант. Звездная бригада. Внимание! Внимание! При подготовке к спецоперациям Алого Копья я приказала прекратить работу эхо-сети. Любая попытка препятствовать нам будет караться лишением жизни. Не стоит испытывать мое терпение. В противном случае мы закроем и торговую сеть. Это первое и... Слышь, первое и второе. Сейчас я пойду продам свое оружие. Да, у нас. Палитесь сколько хотите. Мне ваши пули сейчас. Да, пизды. Что, черт возьми, происходит? Стил совсем с ума сошла. Эхо-сеть закрывают, а к нам поступают сообщения о перестрелках вокруг убежища. Это зона боевых действий. Убежище вот-вот падет. Местные жители всеми способами рассылают сигналы о бедствии. Но если эхо-сеть закроют, я не смогу. Все пошло не так. Вы меня видите? Эхо-сеть не работает, я вас не вижу. Мы совершенно ослепли, друг мой. Время на исходе. Хранилище можно открыть лишь раз в 200 лет. Если мы не откроем его в ближайшее время, мы упустим свой шанс. Ничего, мы сейчас не упустим. Я побегу обратно сейчас. Заберу то, что я забыл. Вернусь. Дам бзды сначала им. Вот этим вот. Но сначала я должен брать свои вещи. Пускай палят. Пускай палят, мне все равно. Поехали наверх. Поехали, я сказал! Вы серьезно? Вы серьезно? Я наверх хочу поехать, алло, там мои вещи. Мать. Что сказать, нечего?
Херово. Все очень херово. Ребят, вам... Ну, не вам, конечно, а тем, которые меня вот тут раньше стреляли. Да? Да. Вот тебе, да. Теперь вы будете мне платить деньги за то, что... Ладно. Успею, успею, успею. Теперь вы должны платить мне бабки. Понимаете? Да что, из-за вас-то я не забрал шмотки наверху. Вы хотите сказать, мне это не обидно? Это мне очень обидно. Платите компенсацию за весь нанесенный мне ущерб. Я не остановлюсь, я их уничтожу всех до единого здесь. Раз, вот. У тебя ничего не было, потому что ты бомж ебаный. Мне, понимаете, просто сейчас обидно то, что я... С одной стороны, убивал, пытался, а в конце концов мне вот говорят... Иди ты в сраку. Нихера. Так, тихо, 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 тихо. Так, теперь лутаем ваш дроп. Так, я видел, что-то из тебя выпало, слушай. Да уж. Если вы бы знали сейчас, как мне обидно. И наверх главное никак не подняться. Да, эта серия не будет короткой, все. Потому что я хочу забрать свои шмотки. Которые нельзя забрать. Ах, хуп, ети. Ладно, где ближайший телепорт? Нигде, окей. Тогда мы берем машину, если ее, конечно, не конфикс. Да-да-да, блядь. Не спиздили. Ребят, платить будете теперь вы за них. Еще? Еще? Ну, все? Значит, все. Окей. У меня должно быть сейчас 1500 за вас, понял? 1500 у меня уже должно быть. Может повышать точность огня, восстанавливать боеприпасы и даже исцелять. У нас вы найдете лучшие пульты. Питера. Просто обидно, ну что это за дерьмо такое? То есть, там столько дропа, из тех еще выпало. 100 пудов там что-то есть очень хорошее. И в конце концов мне говорят, а знаешь что? А ты нихуя не получишь. Блять. Вот эти коробки, блядь. Из которых они повылазили. Так, Харри по мне палить, да он. Космодромы херовы. Сейчас мы вернемся к теннис этой. Сначала я вернусь в лагалище это. Заберу сначала то, что там за награду дается. А, вы уже их ходы перекрыли. А это не вы.
Ладно. Ладно, я понял, я не туда заехал. Сорян. Сорян, это моя проблема уже. Окей, я ухожу, все. Все. Я реально перепутал стороны. Да. Да. Нет, они просто закрыли меня в проход. Стоять. Стоять. Я просто не туда поехал. Хотя ладно. Все нормально, мы идем дальше. Только куда идем дальше? А, тут есть проход, вот пещера. Тогда все хорошо. Фу, новая локация. Бэкдор. Секретная дверь, что ли? Патроны, давайте мне. Давайте все, что есть. Так, тут слишком темно. Ой. Бля. Не хочу с ними драться. Далеко тут бежать? Нихера себе. Ладно, побежали. Просто побежали. Я не хочу с ними драться. Просто бежим прямо. Главное не заблудиться, бежать ровно. Куда мне надо. Отстаньте. Я просто бегу прямо. Мне нужно найти этот Танис. Найду Танис и все. Можно на этом и заканчивать. Пускай они атакуют меня, плюются. О. О. Что я нашел? Что я нашел? Что я нашел? Посмотрите-ка. На это можно даже рту потратить ради этого. Все. Так, ребятки. Бесконечные патроны. А, они заряжаются так. Хера себе. Вы получили один осколок чего-то там. Отвали, отвали, отвали. Вот и все. Не, если это так работает, стопы. Это прикольно. С одной стороны, и походу только он один. В смысле, я... У меня была... Пушка. Ну, я ж еще не убивал с... Или убивал? Так, 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 подождите. Я чего-то не понимаю. Держка не больше 7 секунд. Так, это не то. Что я еще там какой-то выполнил 999 видел? Вот. Почему планета? А, заработать. Ой, максимально куда? Всего лишь 20к. Так, стоп, вот. А, это убить стражей. Ладно, пускай перезаряжается, пойдемте. Ну, снайперка, скажу так, прикольная.
Теперь у нас есть первая пушка. Первая пушка. Инопланетянская. Или сказать лучше инопланетная. Будет более такое. Так, хорошо. Безбашенный, Он меня увидел, когда я присел? Серьезно? Бум. Мне кажется, либо он ничего не почувствовал. Нет. Или он за меня становится? Если за меня, то прикольно, с одной стороны. Типа, это можно юзать. О, он даже перезарядился, пока я был в ульте. Да, это будет не короткое видео. Есть лазерная пушка. Инопланетная. Ммм, пахнет пиздецом. Почему же? А потому что мы сейчас куда-то дойдем. Два сундука? Окей. А, дерьмо, дерьмо, дерьмо для моего класса. А, продать. Знает, что вас ждет в хранилище. Да, серьезно. Подготовиться как следует. Так, продать. А, оставлю. Продать. Модификация класса продать, это оставить все. Так, ультимейт есть, если что, вдруг. Ха, с какими шансами это ловушка? Даже не знаю. С большим шансом? Да? И, ну... Все будете уничтожены. А, не. В спину ж не могут зайти? Походу нет. Нихера себе! Серьезно? Тихо, тихо, тихо. Приятель. Меня впервые убивают. Во время того, как я в этом. Ты первый кто-то сделал. Веришь? Тихо. Воу, окей, го. Все? Все? Что такое? Все? Готово, да? Твои имперские твари сдохли, слушай. А в чем дело, а? Почему они такие слабенькие оказались? М? Тварина, которая там сидит наверху. Так, что мне дали? Окей. Еще одну пушку. Или это разные? Нет, одинаковые. Окей. Тварина. Хорошо, давайте, короче, на этом тогда закончим, да?
и пойдем в следующую локацию. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Пока.